Сказать, что Хакасия красива, значит не сказать ничего. И в самом деле, рассказывая об этом крае, понимаешь, что обычные человеческие слова не выразят и десятой доли того, что чувствуешь, оказавшись здесь, на берегах Енисея. Юг Сибири – это настоящая тайга, пропитанная свежайшим целебным ароматом хвои и трав. Воздух здесь чище, чем в операционной. А высокогорные западные саяны занесены ЮНЕСКО в число экологических раритетов. Севернее, там, где горы сменяют степь, реки постепенно смиряют свой бурный нрав. Здесь все чаще встречаются соленые и пресные озера, многие из которых славятся лечебной минеральной водой. А бесконечный степной пейзаж не утомляет глаз, но покоряет удивительно изысканной палитрой красок. Многочисленные кочевники облюбовали эти места давно, около 6000 лет назад. Сегодняшние потомки древних скифов, тюрков и гуннов сохранили и самобытный уклад, и языческие традиции. Одно из самых знаменитых достояний культуры хакасов – это горловое пение – хоомей. Хакасия – это настоящая Мекка для любителей археологии и истории. Ведь на территории одного только музея-заповедника Казановка насчитывают более 2000 археологических памятников. Это и многочисленные древние захоронения, курганы, и удивительно гармоничные изображения людей и животных, запечатленные на века в наскальных рисунках петроглифов. И, конечно, каменные идолы, которым поклонялись древние. Трудно представить, что вот к этому белому камню люди приходят уже 1500 лет. Говорят, Ахтас обладает особой таинственной энергетикой и способен исцелять даже серьезные заболевания. И кто знает, может быть, именно у него брали силу шаманы для своих колдовских обрядов. Необыкновенный колорит этой земли заставит замереть от восторга даже бывалого путешественника. И в памяти снова и снова будет возникать образ подлинной жемчужины Сибири – Хакасии.